И в заключение о том, что еще оказалось в центре внимания китайских средств массовой информации. Эту железнодорожную станцию в провинции Хэбэй построил один человек. У 19-летнего студента Дзя Тяньчи на это ушло целое лето. Большой поклонник поездов, он создал масштабную модель вокзала своего родного города Шицзячжуан. И теперь он может совершать мысленные путешествия по всей стране. Ехать сейчас лучше на юг Китая, потому что на севере, на границе с Россией, в последний день лета резко похолодало до 0 градусов. Виной тому, как говорят в гидромедцентре, тропический циклон. Но окончательно переходить на куртки и пальто в Хэхэ еще рано. Синоптики обещают возвращение теплых деньков. За уходящим летом можно умчаться на самолете. Один из Боингов припарковался на оживленной улице города Ухань. Местный бизнесмен купил самолет у обанкротившейся авиакомпании из Индонезии. Сделка обошлась в 35 миллионов юаней. Теперь там устроили ресторан. Говорят, что блюда на земле вкуснее бортового питания, которое подают в воздухе.